11 декабря в нашей стране отметили День памяти солдат, погибших в чеченских кампаниях. В городе и районе прошли памятные мероприятия. Около 1500 славянцев стали защитниками мирного населения Чеченской Республики, исполнив свой гражданский и воинский долг. 17 наших земляков сложили там свои головы. Память павших жителей города почтили минуты молчания. Председатель Совета района Григорий Литовка и председатель Славянского местного отделения Российского союза ветеранов Афганистана, ветеран боевых действий в Чеченской Республике Александр Кадратьев напомнили собравшимся, как важно сохранять память о тех, кто отдал свои жизни за страну, кто стал столкнувшись с беспощадностью войны, принял огонь на себя и не вернулся с поля боя, показав пример бесстрашия, величайшей силы духа и боевого мастерства. Пока существуют войны, существует и священная обязанность защиты нашего Отечества. Испокон веков русского человека любовь к родине проявляется именно в его готовности встать на ее защиту и защищать ее так, как ему велит присяга. От имени нашей Славянской районной ветеранской организации, воинов-афганцев и ветеранов боевых действий на Северном Кавказе низкий поклон родителям, воспитавшим достойных сыновей, патриотам нашей Родины, отдавших свои жизни во имя жизни наших земляков. Выражаю всем присутствующим благодарность за вашу память о наших земляках, отдавших свои жизни во имя сегодняшней нашей мирной жизни. Пусть никогда эта память не угасает. Благодарю вас. Вечная память павшим, вечная слава тем, кто вернулся. Участники памятного мероприятия возложили цветы в аллее памяти. Анна Монастыренко, Константин Монастыренко. Программа «События».